Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Гадына, это Сергей Кирчик. 2 августа состоится соревнование по акватлону, называется «Кремень-акватлон». Все правила дальнейшее расскажет Сергей Кирчик. Соревнования произойдут в Комсомольском парке, район первого занасыпа. Регистрация в 8 часов утра, старт в 9. Требуется от вас проплыть 1 километр на озере Силикатном и затем пробежать по парку 5 километров. Желательно наличие очков и шапочек плавательных, а также хорошей беговой экипировки. Более подробно о соревнованиях вы можете узнать на сайте Кремень ТВ. Спасибо за внимание, ждем вас на наших соревнованиях.